Всем доброго времени суток. Вкусняшки вам, пойдем. Гром со мной едет. Всем доброго времени суток. Громчик опять едет со мной. Холодно сегодня, ветер. На, понюхай. Гром, тебе косточку будешь ждать по приезду. Ну куда ж ты его завалил-то? Иди к себе, иди к себе. Иди. Скажи. Каюр, иди к себе. Давай, к себе иди. Бел, к себе иди. Бел, иди к себе. Ну что ты рычишь, Чеза? Бела. С глушителем тоже пойдет. 20 вообще не ест с этим енотом. Злат, иди к себе. Еноты-то все закрыты, ты же видишь. Не надо нервничать. Это твоя добыча, да? Твой. Злат, ну как рот дырявый. Гром, иди сюда. Я тебе положу. Пойдем со мной. Гром, иди ко мне. Пойдем. Да не домой, господи. Грязь нами сильно подсыпать земли здесь. Ямка получается. Лужа стоит. Гром, иди ко мне. Зло, терпите. Машину сейчас доделаем. Володь звонил, назначили нам на обед в автосервис. Иди ко мне. Амортизаторы будем менять, которые сгнили. Иди сюда. Иди ко мне. Молодец. Поди ко мне, господи. Подойдет и пытается ходу сделать. Морда. Поехали мы. Так, сейчас еще бригада грибников выйдет. Пясель-мясель. С красным мошенником. Бригада ух работает до двух. Так. Телефона. Чукча кушать хочет. На анекдот просто вспомнил. Ну что там сиськи в нем? Идут. Второй не Ромка. Ромка с ружьем. Зачем ружье-то? Ну, а приехали, да? Всех облаял. Молодец. Пойдем. Здесь мы ни разу не были. Я здесь ни разу не был. Ух! Ух, каба, медведь, скажи. Ух, охранник. Да, пойдем. Пойдем, Гром. Оу! Правее будет лучше, наверное. А хоть правее там тоже есть? Нет, вот это изогнул. Хоть пройдем это. Да, здесь. По мелким.
край дороги, завалка. Как бы переезжать не пришлось. Посмотрим. Поваленка есть. Ну да, сейчас походим, посмотрим. Нет, нет, значит надо ехать, да. Другое место переехать. По полям не пройдем. Тонет. Все, машины тонут. Храни, охраняй меня. Ну да. Да, нам хотя бы признаки найти. Там-то сразу было понятно, что опята есть. А здесь пока я даже признаков старых не вижу. Чуть походим сейчас. Там как Бог подаст. Ой. Молодец. Громила. Атила. Оу. Белые подберезники под оси. Под осиновики, травку вот эта зеленая. Он ближе к этому моменту подходит. Если что, можно будет на Юрлова туда. Да, на Ширина. Не, выйдем на трассу, наверное. Там точно должны быть. Там грибные места, вырубки. Этот лес больше он, да, для благородных. Пойдем глянем, тут мы болото какое-то. Не, это лес не для опят. Болото. Угу. Красивый черничник. Черничник. Болото. Вау. Лоси, кабаны. Оу! Я на болоте. Чё ты меня там зовёшь? Тут болотица, болотце небольшое. Да, да. Не. Нихуя, что-то не видно. Я на такие, блядь, пришел три. А вон там это что? Желтые какие-то. Смотри, гриб какой. О, какой, подосиновик? А что? Ну, нормально. Вон там нашел. Тут болотице небольшое, черничник. Ну вот старые опята, видишь? Чуть-чуть. Тут не тот лес. А? Не тот лес. Нет, и не в этом дело. Их, может, здесь и не было. Вот видите, эти матрешки, хуёшки. Ну да, матрешки, фигёшки. Вот этот лес, блядь, я говорю, сюда... Для благородных. Надо запомнить. О, и видишь, блядь, трава, и вата, и хороший. И ходить более-менее нормально, да? Да, да, да. Под твои ноги как раз. Орешник. Это не тот, что подходит, а он на сюда.
Как на 131-м ходили? Ну а что, прямо и направо к машине? А они же там. Они же там. Не, я хотел туда, ну. Ну туда. Сейчас вот мимо этого болота. Ну туда, да, ну ближе туда, где мы разворачивались. Охраняй меня. Кто там? Нет. Не будет, не тот лес. Не ихнее место, да, совершенно в грибочек. Белый подосиновик, подберезовики. Видишь, болотце, черничник такой. Да. Даже в засуху будет эта влага. Все равно грибочки будут. И недалеко от дороги это болото, видишь? Да. Мой хороший. Да. Разговаривает он, видишь? Он говорит, ты идешь? Да, говорит, иду. Да, пойдем. И я, говорит, иду. Как найду, пойду ко дну. Переедем сейчас. Теперь тех надо собрать еще. Ну мы сейчас и пойдем к машине. Пойдем. Да я вдоль болота иду. Что там нашел? Ну пойдем тогда к машине. И таких нет. Ну видишь, один подосиновик нашел. Да, с Карелией не сравнить. Пойдем к машине-то. Сейчас я ему связь там, может, на дороге будет, я ему позвоню, что мы к машине, не тот лес. Да. Чтобы выходили на дорогу. Да я смотрю, но все равно признаков нету опять. Не, это все не то. Лес хороший, да. Мы его на заметку возьмем. Ну, сравнительно, да, недалеко. И далеко, и недалеко. И поваленка вся такая мелкая. Такая. Не, ему-то понятно, его весь зарождение нет его. Но тропы есть набиты. Может звери, может люди. Один я как на блюде. Да? Громыхало. Громоотвод. Вот. Пойдем вперед. Ромке позвонил я. Собрал маленький пакетик, опять он. Да, но он говорит, они на дорогу сейчас выйдут, мы их сейчас подберем. Пойдем к машине. Переедем давай. Другое место. Но мы его возьмем на заметку. Пойдем к автотранспорту. Мы уже возле дороги. Пойдем. Вон просвет уже. По прямой, дядь Саш, дорога. Нет, хоть там выползать. Здесь пойдем.
то там спуск очень большой. Здесь Саша ногами тяжеловато. О! Прям вон, ну уже просвет, дорога, вот она. К машине иду, дядь Саш. Куда я прусь? Домой хочу. Неинтересно в лесу ходить. В том случае, когда там в нем неинтересно. Хоть смысл такого никакого. О, что-то учуял, что-то. Оп, оп, какие прыжки. Оп, оп, полетел, полетел. Давай, давай искать. О! Я здесь, здесь. Это с войны, наверное. Траншея. У, какая вырота. Куда ж ты залез-то в самую эту? Вылазь оттуда. Кидали тут всего. Я здесь, здесь, здесь. Вон старые опята есть тут немножко. Вон около воды старая опята, вон на дереве. Ну это фигня полная, там было лучше. Интересней. Мы туда тоже не пойдем, хотя. Оу! Я тут, вот, иди ко мне здесь по тропинку, вот дорога здесь сейчас. Машина рядом. Тут какая-то вот ров какой-то сделан. С войны. Огромный ров. Ну не знаю. Но тут вот на пеньке вот опять срезали. Чуть порезали, где был свет. Ну потому что деревья такие растут, дядь Саш. Ну ров, потому что деревья такие растут уже во рву. Бои-то сильные были за Москву, конечно. Не, ну посмотри, а почему он такой продолговатый-то? Глубокий и это, удлиненный. Ух! Нифига себе блиндаж, да не. Эй, змей. Да он не привык, не, он такая, натура у него такая. Ну, маленький еще, видишь. Разговаривает. Первый такой, который балаболит. Видишь, какой? А опять вот здесь срезали, видишь? Все, все, тихо. Моя пытается укусить, схватить, блин. Пытается схватить. Это знаешь, что такое? Че это? Ну противотанковый, ну а что ты? Замолчи, блядь. Нельзя. Нельзя. Гром, гром. Гром, иди ко мне. Иди сюда. Все, успокойся. Все. Противотанк, да, он заезжает, а вылезти не может. Не может. Да. Машина тут прям вот она. Пойдем прям по тропинке, по прямой. А вон там дорога. Да, вот по прямой. Хватит тебе, ёпта. Вот, вот по этому. Пойдем, вот тропинка набитая, дядь Саш. Ну, можно, да. Пойдем. Да нет, сейчас... По рву ходили, да, он видно, срезали. Они где-то вот солнышко было, угу. И опята вылезли, и этот, они их срезали. А сам лес, он чисто для благородных. Не, вот, вот. Нифига себе. Нива стоит. Может, по охоте. Ну, сейчас охота открыта. А машина наша вон стоит, я ее вижу. Не, это Нива, а вон наша-то.
Где? Это наши. Да. Пойдем, я же тебя по тропинке веду. Ну идешь, это хорошо. Что идешь? Противотанковый, да. Копали-то вручную. Могут и грибники, как и мы. Да. А может в долину смерти поедем? Ну, Дальняя Семеновская. 141-й. Поедем, мне что-то тянет туда, в сторону Аксентьева. Но. Я понял. Ладно, сейчас разберемся. Место есть, куда поехать. Разведку боем провели. Мы хотя бы знаем, что за лес. Все, остальное. Громче. Громче. Гром. Гром. Иди ко мне. Ну иди. Ну успеешь ты его укусить. Иди. Кусается. Иди сюда. Гром, пойди ко мне. Гром. Гром, пойди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. На. Иди ко мне. Гром. 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 Иди ко мне. Гром. Доставь ты его в покой. Иди сюда. Иди ко мне сюда. Иди ко мне. Иди ко мне. Это что за ролевые игры? Иди ко мне. Все вон. Пойдем. 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 Давай. Давай. Оп. Давай свое ведро сюда, его ведро. Даже если они упадет, пусть он с ним катается. Ножик не выбрал? Ножик я вам... Все. Татары, татары. Морда. 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 Сейчас заправимся гром чуть-чуть. Всех облаем. Молодец. Пошли в лес. Охранник. Че, мы тоже пройдемся? Пройдемся, да? Пройдусь. Ну когда же ты привыкнешь ко мне, блядь. Он пытается, главное, укусить. Да нет, он, да, он только... Нельзя, нельзя, я хороший. Надо тебе, блядь, кусок колбасы взять. Он не продается. Он съест, но все равно. Да, он съест. Смотри, а грипп мой не ел. Пойдем вот так туда, вот, вот вон, как раз до поля дойдемте, вот, вот сюда. Вот. Да, вон туда, в угол. Да, в уголок. Я буду да. Надо будет нам с тобой туда все-таки, где мы были. Потом. Потом. В будний день. Куда? Ну где мы собрали опять, только чуть по... Вот ты говоришь, закрывай багажник.
Посмотрим, погуляем, может что-то найдется. О, чагу. Гриб нюхает. Осина здорова. О, интернешнл есть. Что там пришло? Вот опята на дороге, ну, на земле. Да, да. Были, сейчас еще пройдем, может, что наткнемся. Может, потемнее там сейчас будет. Вон Ольге сказать, пусть она собирает. Оль! Что там стоишь? Во, иди собирай прям по дорожке. Смотри, их много. Да, да, да. Лосик свежий. Вон натоптано, взрыхлено. Поднята земля от копыт. О, ходил здесь. Давай, давай, еще что, облаивай, давай, работай. Это как в загоне. Гребники как в загоне идут. Оу! Да я тут хожу. Но пока ничего. Гуляю. Следы смотрю. Два пакетика заморозил. Хотелось бы, конечно, еще. О, куда-то полетел, заинтересовался чем-то. Что-то услышал, полетел. Реагирует как. Бегает. Молодец. Пойдем, Гром. А! Да нет еще. Захожу только. Сейчас, может, перелесок пройдем, может, там потемнее будет. Одни только лоси. Да? О! Давно я здесь не был. Звери, конечно, здесь полно. Оу! Вон тут чуть-чуть и есть, тут чуть, тут чуть. Вон там чуть, вон там. Нажарем. Ой, ты сколько их! Дядь Саш! Иди ко мне быстрей! Ух ты, сколько их тут! Ох! Дядь Саш, круто! Вот и они. Вон они. Все, видишь, я опять наткнулся. И опять нашел. Работаем и собираем и домой. Да все, есть. Все. И маленький, как я и хотел. Вон их сколько. Работаем. Фу. Все ползаю.
Хоть лежа ложись, бля. Ноги затекают. Я уже как бы наползался, но надо дособирать. Ой. Грей переселили, приехали. Ой, как я устал. Грей, ты меня слышишь, я знаю. Я скоро обратно. Там пока временный ремонт. Да, да, да. Да. Ну все, все. Грейчик. Грей. Все. Обнюхал. 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 Все, молодец. Поеду я тоже домой. Что у тебя? Ну-ка, покажи мне, что у тебя там справа, слева. Грей. Грей. Показалось. Грязь, что ли? Все, все, не прыгай. Хулиган. Все. Молодец. Поеду. Попробую. Пару банок куплю. Литровых. Закрутку. Попробую закрутить. Коты сидят рыжие, серые. Вот он мой друг. Поедем домой сейчас, да? То я сегодня набрали миленьких. Не хочется в баночке закрыть. Сварим, отварим, попробую закрыть сам. Пирожи жизни буду сам закрывать. А то вдруг впереди, может, тушенка будет, то все. Да, морда. Все, охраняй грибы. Умничка. Поедем. Ой, пойдем, звони. Ой, господи. Старость не радость. Открывайте ворота. Кто едет, кто куда? Открывайте ворота. Наш роддом. Я уже показывал. Но мне нас сюда не надо. Сейчас заехал, взял закрутку СССРовскую. Крыши 4 штуки мама дала. Поеду банки куплю сейчас поштучно. И все. И в принципе крышки мне дали, закрутку дали. И вот стерилизовать эту на кастрюлю испаренную, стерилизовать банки. Ну, в принципе, я ничего не покупаю, кроме сейчас банок куплю. 4 по 0,5 или 0,6. Попробую. Гвоздику мне надо купить еще. Перца у меня такого хватает, лавровый лист есть, соль есть, сахар есть, уксус есть. Буду пробовать, ребят, буду пробовать. На канале кухню засниму, только бы ноги чуть-чуть отойдут. Сейчас приеду, поем сейчас с собаками. Громче катается, рядом с ведром лежит там. Вот, дождик по чуть-чуть, по чуть, потому что маленьких много набрали, поэтому хочу сейчас наложить, сделать, закрутить баночки. Вот. Крышки, как советуют, какую-то, ну, как называется, не Светлана, говорит, самые хорошие крышки. Вот. СВД у меня Света, крышки Светлана. Что там одни Светы? Ой, не могу. Сейчас буду варить. Я самому, сам процесс мне интересен. Я очень люблю маринованные. Гвоздику надо мне купить, не забыть, только ее надо не переборщить, потому что она душистая, как сказали. Я очень люблю маринованные грибы, когда достаешь с картошечкой, представляете, с пюрешечкой или там круглой картошкой, и огурчики с маслицем потом. Нет, я просто есть хочу. Нет, надо все это заканчивать, это дело, разговаривать о еде. У меня слюни падают в сапоги, а сапоги еле идут. Поэтому я сейчас быстренько пойду, куплю 4 банки и ходу до дома. Вот.
хоть чаю горячего попить и всего остального. Заеду сейчас в Азбу у Марины, магазин у Марины. Марина владелица, коралл у нас называется, у Марины. Ёкарный бабай, как у вас тут все заставлено-то. А у вас, а у нас в квартире газ. А нет. Да, а он коралл от Марины называется, поэтому так и зовут. Гром мой друг. Каюр мой брат. Каюр друган. Защищает, не охраняет в лесу. Вообще. Значит, была такая ситуация, где чем дальше я дядя Саша, он меньше, короче, на него лает. Вот. Давайте я вам моргну, хотите? И это. Чем я ближе к дядя Саше, ну, ползал я на коленках там, грибы собирал. Ну, то есть они по земле пошли. И самое то для баночек. И прям это. И он смотрит в мое ведро, в его ведро. И он смотрит, я рву, то есть режу опята. И Гром смотрит, что он режет. И он давай его облавливает и прям подхватывает, подкусывает. То есть пытается сзади, чтобы он, ну, остерегается. И якобы, что ты наши опята трогаешь? Гром, ты охраняешь? Все, сейчас домой поедем. Мне и варить вам еще, кушать. Да, я буду позже грибами заниматься. Да, сейчас я банки куплю, едем домой. Да, мой хороший, да. По 23 рубля банка. Вроде я правильную взял, безрезьбовой. 650 миллиграмм. Вообще классно. И не 0,5, и не 0,7. Все, поехали, все. 4 баночки тоже для меня будет нормально. Громче. Громче. Все, едем до дома, до хаты. Я вам и продел еще купил, сейчас варить вам буду. Полоса какая у тебя светлая идет. Да, мои морды. Ой, как я устал. Кто бы знал, да, Гром? Ты всех отработал. И никому в руки не дается, молодец. Только меня. Только я для него. Ой. Машину в сервис, сейчас потом еще в сервис, и в принципе надо буду копить бабло на ТО двигателя, потому что следующий потом, иначе двигателю может в любой момент что-то, потом через 70 тысяч 18, еще на 3 года должно хватить. Такие дела. Так, ладно, все, до дома, до хаты. Потеплело, 11 градусов, видите? 11. Тепло. Все, шестерка. Заехал, купил хлеба и купил гвоздику. Я даже не знал, что... Но Индиана, да, как бы это... 88 рублей, представляете, стоит гвоздика? Эти там в несколько штучек их. Не это. И она написана целая. А что, она бывает гвоздика не целая? Да, первый раз с этим сталкиваюсь. Но я буду кашеварить, я буду закрывать. Сейчас я как заварганю, только дай чуть-чуть отдохнуть. Прям не знаю, прям чайку горячую хочется вовнутрь в кишки закинуть, что-нибудь кипятка какого-нибудь. Прям. Ой, мне еще вся стая еще... Укол делать. Ой, змеи там мои сидят. Ой. Сам пойдешь, отец? Что ж так прыгаешь?
Пошел. Сейчас машину поставлю, я вас выпущу. Златка сразу на дежурство. Ух, мы дома. Наконец-то. Баночки, фиганочки. Пойду, пусть они погуляют. Пока светло, надо дела с ними переделать. Писаешь, да? Молодец. Ой, кошмар, как я устал. А на мне все, да? Грибы и ягоды. Запасаться надо. Голод не тетка. Хоть огурец и гриб. Гриб и огурец в желудке не жилец. Ну, просто покайфовать летом, осенью. Какой-то мороз. Что, ожил? Съел все, молодца. Один заходит, другой выходит. Морковку не съела. Чуть-чуть не доела. Вообще не ешь с этим енотом. Иди на дежурство. Иди. Белка. Все, Злата. Иди хоть в туалет сходи, господи. Знаю, что ты показываешь, что он там. Отгоняет всех. Тихо. Тихо. Гром, сейчас у тебя косточка. Ты помнишь, у тебя косточка лежит? Помнишь? Злата. Она вся на дежурстве, не дает собакам подходить. Они вон из-под тишка пытаются к нему. А она сразу... Злата. Ну знаю, ты показываешь там зверь, я знаю. Иди погуляй, иди. Носится, надо это... Косу заводить, пока этот большие порубайте снаружи. И это покосить надо. Да, шуволится он там, запах идет. Они очень вонючие. Да. Ну, мы первого того енота, может быть, которого ты найдешь хорошего, только не этого года, а какого-нибудь матерого. Можем оставить, выделать и шкуру оставить красивую. Шить шапку, например. Меха, это есть меха. Пошла шакалить к Злате. Подъешь у нее там творог, фигурок. Подъешь. Молодец. Сейчас будет выходить. Проверяет, видите. Проверила на будке. Так, Каюрбан тоже проверил. Чеза. К белке пошла. Косточки проверять, есть косточки или нет. Наверху проверить, вдруг лежит или нет, потому что я туда... Ну, горячие западносибирские лайки. Злат! Дождик начинает идти. Злат! 5 секунд делов, и Златка его сделает. Только усы останутся. Но нельзя, он пациент. Пациент-клиент. Слушай, как со снежком, что ли? Так, на кухне я, короче, чего это? Буду... Будете со мной закручивать? Я буду, конечно, снимать. Я сниму обязательно. Потому что это будет первые мои банки. А надо готовиться, потому что я хочу в дальнейшем, если будет мясо, хочу попробовать сделать... Несколько банок тушенки, то есть из лосятины накрутить, мясорубка есть. И буду пробовать, если у меня получится с грибами, ничего не взорвется, дом не снесет. Вот, и я буду на консервацию подсяду, как охотник. И просто мне это не нужно было до этого никак. Все поели, разморозил, да поел. Но убеждаюсь в том, что нужно... делать какие-то запасы. Ну, а погреба у меня нет, но погреб есть у меня у тетушки, где мы были, где Грей.
И я буду с него нее складировать все. Мне без разницы, там большой погреб у нас. Это наши родовые дома и мои родители. То есть, ну, выросли, родились я. Короче, три поколения. Два поколения прошли. Родители и мы. А дедушка с бабушкой строили. После войны все это делал. После Великой Отечественной. Ну и, короче, такие дела. А может, были еще. Надо узнать, с какого года дом. Не знаю, не интересовался. Злат, иди сюда. Я знаю, что плохо тебя отзывать и все остальное. Это против всех правил по лайкам. Вся там, ее мандраж аж берет. Она вся растопырилась. Смотрите, как она стоит в стойке. Она вся. Она не ест, не пьет, не дышит. Не... Машина. И вот он закрытый, видите? А если открою, будет истерика. Вот. Грибов, вы знаете, маленький. О, как. Каюр ставит белку на место. А сама жопой крутит возле него. Все равно яблоко он забрал. Пролетело. Ищи, где? Найдет сейчас. Должен найти. Она между лап пролетела. Сейчас круг больше сделай. Где она покатилась? Еще. Правильно, ищи. Где? Искать. Чего стоишь, смотришь на меня? Бросил. Сейчас найдет, должен найти. Она вон в левую сторону откатился. Запах. Лови запах. Не, бросил. Каюр, ты чего бросил-то? Я яблоко. Профилонил, не увидел, как откатилось. Каюр. Вот это чё? Не доработал. Не могу. Ну, сейчас он его приговорит. Работница Силайков, что ты у каюра стыбзила? Че за? Ох ты везде, проныра такая. Что взяла? Какую-то косточку. Ладно, дует ветер, Верес море дуло, и нам чуть не задул. Так, я пойду заниматься сейчас всеми делами, сейчас я загоняю их. И все, там нервы у всех. Гром, пойдем, у тебя там косточка, пойдем, ну и в баню. Ты приехал, ты сегодня нагуленный. Все. У Грома вон лежит костяга, да. Гром, иди на место. Куда ты заходишь? Ну-ка вышла отсюда! Наглая какая! Иди, Гром, иди сюда. Иди, заходи. Гром, иди сюда. Должен я сначала зайти. Вон, бери свою костягу, занимайся. О, какая ты наглая, иди ко мне сюда. Какая ты наглая такая, о, какая. О! Каучуковая. Белый, иди. Пописали, покакали. Доедайте кашу. Давай, иди к себе, иди. Морковку доешь, будет счастье. Злата. Пойдем, Злата. Все, я их закрыл. Нечего, не нервничай. Злата, иди на место. Злата. Золото, а не собака. Сейчас глянем пациента. Клиент-пациент. Злата! Ну, ёкарный баба. Знаешь, я к нему иду. Доброе утро.
Доброе утро. Резкий свет для него удар, конечно. Кашу съел. Крузу не ест. Яблоко тоже не хочет. Ну что ты? Так хорошо лежишь, мне надо тебе сейчас укол сделать. Эти все выкинуть надо будет. Перчатки. Ой, я уколю. Ой, морда. Вот он. Змей. Сейчас я. Он будет сейчас кашу очень сильно полюбил. С мясом, что ему не есть. Злат, прекращай там истерику заводить. Он со мной жиром наберет нормально. Ему главное его выпустить там, чтобы он нашел нору старую какую-нибудь. Либо валежник, завал какой-нибудь. И он будет жить. Ему не обязательно что-то строить. Он ничего сам, енота, ничего не строит. Чтобы вы знали. Сейчас он кашу. Он занимает, как и лиса, готовое. Так, запах. Запах, запах. Так, язык заранее. На вытянутую, видите? Встает, встает, он на заднюю лапу встает. Вот, и к себе. То есть он опасается, подтягивается к еде. Шубу он, живот набирает, уже видно по нему, я его откармливаю. И он набирает. Хлеб у него прилипает. Немножко почему-то он как-то странно вот так вот боком ест, но что-то может быть. Короче, я его на зиму сейчас накормлю. Вон, напихал. Ну, челюстями работает, челюсти рабочие. Хочет запихнуть все сразу. Ладно, пусть он кушает. Остался ему укол сделать. Так, вас кормить, да? Сейчас буду кормить. О, чавкает. Пусть чавкает. Там водички ему поставлю. Жир он со мной быстро наберет. Да. Устал. Блин, нам солому надо, да, закупать? Надо. Тюков 5, наверное. Тюков 5 квадратных. Жира он наберет. Ему хватит. На... Они также сжигают. Могут не есть, а сжигают жиры. Свои, которые он набрал. Так же, как барсук он набирает. Если он не успеет. И на его надо, конечно, пробовать. Я думаю, что выходные пройдут. Сейчас люди разъедутся. И давайте, наверное, на этой неделе, которая будет будние дни, с понедельника, я буду пробовать его выпускать. Выпущу его туда, где он сможет найти валежник, завалы. На речку не знаю, найдет он или на речке. Либо в самый тупик туда, на речку, где мы купаемся. В самый конец, там же вот большой овраг. Может, там есть какие-то норы.
Может быть, он по речке ракушек будет собирать, анчоусы, там я не знаю, что он будет собирать, крабов, креветки, ну, тухлую рыбу, там, лягушки, фигушки. Ну, а на следующий год он себе пару найдет, я думаю. Ладно, решим после выходных. Все, давайте, я буду, додам собакам кашу. И все. Пусть они кушают. Но надо новую варить. Гречи я им сейчас проделал, гречи ему подкупил. Вот, морковка есть. Ну, как бы, вот, в принципе, все. Ну и ждите меня, конечно, со взрывами банок на канале Кухня. Я думаю, взрываться. Хотя где, смотря где этот ролик я покажу. Может, я на кухне его и покажу. Не знаю. Посмотрю. Наверное, на канале Кухня, потому что у меня там тоже тихая охота сделана. Не знаю. Посмотрю на какое-то, на свое усмотрение. Посмотрю, куда засунуть, на какой канал этот видеообзор. Все, давайте всем пока. Всем всего хорошего, наилучшего. Увидимся по возможности на каналах. Пока есть возможность, я вам показываю, снимаю. Все в обычном режиме. Будут изменения, вы все узнаете первые. И что-то, если поменяется, если не будут выходить ролики, не пугаться, ничего не нужно. Вот. И посмотрим. Дай бог, чтобы YouTube восстановился и по всем параметрам, и по достоинству оценивал работу своих блогеров, которые находятся у него на страницах канала, то есть на своих соцсетях, своей этой соцсети YouTube. Вот. И хотя бы более-менее, чтобы возродилось, восстановилось. Ну и чтобы эта вся холера, хандра вся ушла от всех. Ковид, коронавирус, все это чтобы ушла далеко-далеко куда-нибудь. Чтобы как будто мы и не вспоминали его. Чтобы люди стали опять больше общаться, не дома сидеть, не сходили с ума на диванах. И поэтому это очень влияет на психику, на здоровье, на все остальное. Все, желаю всем всего здоровья. Давайте, буду я заниматься ими, с собой уже в конце, а то стемнеет. Когда стемнеет, тогда за Юрку возьмемся. А так, пока пойду сейчас шприц наберу, сейчас все домой. Чек есть, сейчас я впендюрю ему 2 кубика антибиотиков. Хотя передышку иногда ему даю. Дать ему сегодня передышку, завтра уколоть его. Я завтра, наверное, уколю его. Пусть, а то очень много. А то он весь скоро светиться будет у меня от антибиотиков. Они заживляющие, восстанавливающие. Так что он, видите, как быстро от этих антибиотиков поднимается. И кушает, и все. Дай бог ему здоровья. Пусть это не наш зверь. Все, всем пока. Так, что у меня здесь? А, вот, к Лайме поедем, камни. Кстати, тоже, наверное, надо поснимать вам, да? Да, тогда надо будет снять. Аптечки у меня тут. Казаны. Я думаю, что должно хватить на могилку. Карельский камень. С Онежского не с Ладоги, правда, но с Онежского вместе собирали же. Даже он брусничка есть. Нет, наверное, надо поснимать вам. Вы тоже, небось, хотите навестить Лаймочку, да? Ну, перед зимой надо. Я думаю, что надо. Этикетку эту все сорву. Надо новую. Может, на прицеп вообще больше ничего не буду делать. А то прицеп поднимет. Ветра такие. Холода. Что такое? Почему так много? Ладно, бог с ним, никуда он не денется. Это уже не нужно. О! Отмыть, не знаю, бензинчиком, что ли.
Ну и все. Помыть его, отмыть. Ой, всего делов. Чик. Все, Юрка будет банк катать. Юрка, не взорвись. Все, всем всего. Пишите на кухне, потом пишите там рецепты и все остальное. Кухня шевелится, более мне нравится, активничает. Молодцы. Вот. Во, дерево растет у меня. Антенна. Все, всем пока.